Дорожная служба Могилевской области рыхтуется до других европейских гульню. Организационный комитет споборництва пропоновал дорожным службам надать отметности у ландшафтном оформлении галоным трассам Беларуси. У нашей области идет праца над транспортными развязками. Молодыми древами упрогожить трассу Могилев-Минск. Усё адпаведна дэталёваму плану, яго разглядалі на рэспубліканскай нарадзе, прысвечанай падрыхтоўцы да другіх еўрапейскіх гульняў. Размова ішла і пра знешні выгляд дарог, па якіх будуць вандраваць замежныя госці. Праз Магілёўскую вобласць праходзіць 7 такіх трас. Адна з іх звязвае наш абласны цэнтр і сталіцу. Работнікі дарожных прадпрыемстваў Магілёўшчыны пачалі працу з упрыгожвання двухузроўневых развязак. На кожнай развязкі будзе мець свае какія-то вкраплення неповторимые. Я могу показать и проект, они очень красиво будут и то и смотреться. Читаем. Значит, можжевельник, который стелится. Дальше лог серебристый, очень красиво покажу. И пошли деревья. Таким убачат туристы уезд у Могилёв сбоку Минска. Ландшафтом занимаются инженерно-техничные специалисты. Праца, кажут, не профильная, а летикавая. Коллектив больше сплочается на субботниках. Занимаемся общим делом. Весело проходит и с пользой время. Прекрасная погода. Мы сажаем здесь деревья. Здесь будут расти каштаны, ивы. Надеемся, проезжающие мимо водители будут рады. Это не первый уже опыт. Да, не первый. Деревьев, у нас постоянно мы садим. Больные деревья вырезаем, здоровые засаживаем в свою лесополосу защитную. Ну, знаете, что уже здесь получится, да? Да, здесь получится красиво, как в городе на кольцах. Цалком озеленить усе транспортные развязки плануется до 1 листопада. Будет высажено каля 2000 древов и кустов. Уздовж дорог будут красоваться у тымлику вербы, барбарыс, каштаны, клены. А весной завершатся работы по озеленению дорог и на инших трассах Могилевской области. Андрей Шуляк, Юрий Ауласцов, Новин региона.